Новые требования коснулись не только органов власти. Вести свои группы в соцсетях теперь должны музеи, библиотеки, дома культуры, профессиональные училища, детские сады и общеобразовательные школы. Чтобы вести официальные страницы в соцсетях грамотно, качественно и профессионально, для сотрудников ульяновских школ проводят специальное обучение. Знаниями поделились специалисты корпоративного университета. В пилотную группу вошли 30 администраторов школьных пабликов. Каждое занятие сопровождалось практической работой и обязательным домашним заданием. Преподаватели отмечают, тестирование администраторов по итогам обучения показало очень хорошие результаты. Группы изменились как внешне, появились новые рубрики, стало более интересно их читать. Со стороны специалистов образовательных учреждений была видна заинтересованность. Если до этого у них были вопросы, то по окончанию обучения вопросы исчезли. Ведение социальных сетей для многих школ стало дополнительной нагрузкой. Но каждый администратор понимает, в новой реальности нужно быть информационно открытыми. Понятно, что той нагрузки, которая у вас есть, присоединяется еще более серьезная нагрузка. Это начать открывать страницы, быть публичным. Сейчас в регионе 3037 госпабликов. Их общая аудитория 1 300 000 человек. В новой реальности важно настроить регулярную работу официальных групп в соцсетях и перейти от количества к качеству. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.